Число А называется пределом числовой последовательности xn тогда и только тогда, когда для любого сколь угодно малого положительного эпсилон существует такой номер n этажей в нашей 24-этажке. Не считал. Примерно. 40 минут. В Кореновском районе провели огневые испытания новейшего российского вертолета, разработанного в КБ «Миля». Он получил название Ми-35М. По задумке конструкторов, его отличительными чертами должны были стать простота и надежность. Но совсем уж простой эту боевую машину назвать нельзя. Володя, що то таке? Та нічого, вікно як вікно. Як воно відкривається? Верх ногами. Мам, ну я вам казав, що я електрик, а не монтажник вікон. А ви пустав, пустав. Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Если вспомнишь, меня забудь, а вернешься, меня здесь нет. А я сяду в кабриолет.